Сегодня в российских школах прозвенел последний звонок. Исключением не стало и Екатеринбургское суворовское училище. О том, как со школой прощаются суворовцы, расскажет Радик Шараев. Дружным строем, чеканя шаг, маршируют кадеты Суворовского училища. Встретить более сплоченный коллектив сегодня ни на одном последнем звонке не удастся. На плацу 300 кадетов Суворовского училища. Младшие курсанты провожают 64-й выпуск. Испытываю гордость, потому что, смотря на таких, кто уже проучился 7 лет здесь, мне хочется быть такими же, как они, мужественными, добрыми. Ведь действительно, самое главное в нашем училище – это товарищество. Из стен училища в этом году выпускается 79 человек. Из них 10 медалистов – 6 золотых и 4 серебряных. Правда, свое право на награду кадетам еще только предстоит подтвердить. Но уже сейчас про этих ребят можно смело сказать – это истинные суворовцы. Нам удалось все-таки из них воспитать, выполнить ту задачу, которая стоит перед училищем – это воспитать патриота, высокообразованного человека и тот, который любит свою родину. Сегодня на плацу училища поздравить суворовцев собрались офицеры, преподаватели, родители. Все, кто на протяжении долгих 4 лет помогали кадетам стать настоящими мужчинами. Тамара Валерьевна при виде сына едва сдерживает слезы. За эти годы, говорит женщина, он заметно возмужал. Конечно, он изменился, он повзрослел, возмужал. Совершенно взрослый, самостоятельный человек со своими взглядами на жизнь. То есть я думаю, надеюсь, что у него все будет хорошо. Звенит, звенит звонок последний раз. То, чему научились суворовцы за годы учебы, сегодня демонстрируют всем окружающим. Кадеты умеют не только дружно шагать строем, но и петь песни и прекрасно танцевать. Часовое выступление пролетает как одно мгновение. И вот наступает долгожданный момент. Звенит последний звонок. Теперь выпускникам говорят вольно. Теперь перед суворовцами открыты все дороги. Большинство из них выбирают вооруженные силы. Там их ждет совсем другая, взрослая жизнь. Самое главное, чего не будет хватать, говорят выпускники, так это верных товарищей. Мы все вместе 24 часа спим рядом, едим вместе, в одной одежде, все. Прикрываем друг друга, где-то скрываем свои шалости, защищаем друг друга. А в завершении общее фото на память. Позже кадеты под присмотром родителей отправятся гулять по центру города. Но празднования будут недолгими. Уже в понедельник у суворовцев начнутся выпускные экзамены, от итога которых во многом зависит и их дальнейшая жизнь. Радик Шараев, Денис Уразбахтин, информационная программа «День», Екатеринбург.